Помнится, вот здесь должны быть карты какие-то, которые... Привет, брат! Которые, если отдать проводнику, то переходы станут дешевле. Здравствуй, сталкер. Как говорят... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Что-то он продавать не стал. Ну что, есть что-то новое? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ah, ah, ah!
Mm-hmm.
Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Подождите, подождите. Подождите.
Слушаю тебя. Здравствуй. Как говорит... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Ты не прав. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Класс! Одного из щенов в зону показать, что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые... Ну, привет! У него украли. Привет, брат! Слушаю тебя!
слушать сталкера, пришедшего на прием, и приговаривать. Хорошо, хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошо-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. А я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Но знаешь же везение свое идиотское. Артефакты как. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Ничего, ничего, намалёк, прорвёмся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвёмся. Вот такое знает кто? В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкерам. Пап, ну покажи сталкерам. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Ты даешь. Да. Сбивались тут в стае. Ну, точно звери, по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Я тут вспомнил вот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивал. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Бронишь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Ну ты выдал. Чего заскучали, мужики? Приветствую. И гнусь кругом сплошная. Ну, привет. Эх, вот если б всегда такая пруха была. Это если прикинуть. Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Внимание, анекдот. Встречает сталкер своего старого друга, а тот помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги забрали. Ты их запомнил хоть?
А чё её запоминать? Жену-то. Вот послушайте, мужики. Товар? Слушаю тебя. Ну, чтоб руки не дрожали. Это чтоб работа спорилась.
пока на свежем воздухе. Про кровососов я вам все расскажу, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат-сталкер-бедолага хреначит их день и ночь. И сделать ничего не выходит. Результата ноль. Решил я, в общем, ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово. До кровососов в гости. И три дня им такую вечеруху закатывал. Ой-ё! Бывало, с двумя-тремя сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек кровососов на Затоне не прет. Они теперь свои щупала-то подобрали. А чё несёшь-то такое тяжёлое? Весь вспотел. Да, блин, вспотею, что патроны эти прорекольные на складе. Вот это как медом помазал. А вот такое вам как? Ёлый пап, ну надо же. Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы, что месяц назад ни за что б не поверил. Вот слушайте. Приходит Долгерец к Кардану, технику, и говорит: ну что, готов мой заказ? А Кардан? И шубурши, и так башка трещит. И достает три пистолета. Вот, смотри, повысил точность, рукоятки сделал новые, и магазин увеличил в полтора раза. И могут бы еще руки сломать. Самому что ли играть научиться? Thank you.
Слушаю тебя. Привет! Пока! Здорово! Привет, брат! Ну, привет! Ну? Я слушаю. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. А, подходите. Что у вас? Thank you.
Ага, так это ты, значит, спец по норам? Ха! Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные, с мутантами быстро разберутся. Ну, привет. Слушаю тебя. Иди, мы прикроем вход. Мужик, ты оружие-то спрячь.
контролер! Осторожно! Башка, ой, башка раскалывается. Ох ты ж ёпсель! Так, надо валить отсюда и поскорее. Не балуй, оружие спрячь. Сталкер, должен предупредить. Вход в бункер с оружием строго воспрещен. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я слушаю. Здоров.